Всем привет, с вами Маша Смолот, и сегодня я покажу, как делать картину в стиле стрингарт по фотографии. Расскажу, как я подготавливаю холст, что я использую, как забиваю гвозди, как делаю намоточную нить и прочее. Всем приятного просмотра! Основа холста у меня фанера 12-миллиметровая. Можно шлифованную, можно не шлифованную, это не так важно, так как все равно сверху будет лен. Использовали лен с небольшим количеством хлопка, белый. Единственное, что мне не нравится в этом всем, именно данный лен, он немного просвечивает. Там, где есть сучок, это все видно. Поэтому я сделаю, во-первых, подложку такую небольшую. У меня осталось два кусочка лишних. Я сейчас сначала его натяну. Зато после наложения еще одного слоя уже не будет просвечивать цвет фанеры. Собственно, этого я и добиваюсь. Берем обычный мебельный степлер и скобы. Ну вот, наш холст готов. Прекрасная поверхность, готовая к работе. Ну вот, собственно, макет готов. И сейчас мне, перед тем, как забивать гвозди, мне нужно... Там, где белый фон, мне нужно решить, где будут гвозди, потому что их будет мало. Я немножко хочу отойти от своего стандарта. То есть раньше я по контуру забивала на светлых местах тоже гвозди и нитками немножко проходила. То есть сейчас я хочу...
с большим шагом забить гвозди, и даже, скорее всего, некоторые оставлю без ниток. Это делается для того, чтобы работа казалась незавершенной, и в то же время самолет как бы будет вылетать из некого пространства, то есть белый лист — это пространство, как воздух. И я хочу добиться того эффекта, что он как бы появляется из воздуха, а не с какого-то фона. Вот, поэтому сейчас я возьму карандашик и намечу, где у меня будут гвозди, вот, чтобы это смотрелось гармонично и чтобы не страдало качество намотки, например, в облаках. Хотя облака будут, они здесь показаны, да, достаточно четко, но на самом деле они будут едва заметны для того, чтобы выделить основной объект. Основной объект, соответственно, у нас самолет. Основной акцент будет, конечно, на кабине и на носе. Тем самым мы немножко спишем вот эти крылья с фоном, чтобы все было органично. Ну что, друзья, как видите, осталась одна эскизная нить, и теперь, собственно, можно приступать к намотке непосредственно. Наматывать я буду обычными швейными нитками гаммовскими, полиэстер 100%. Начну. Значит, основная идея такова. Так как самолет находится в движении, непосредственно он садится. Самое главное мне выделить основную вот эту часть, сделать ее более контрастной с фоном, так, чтобы на задний фон облака и сама посадочная полоса были как бы в тумане. Вот, так как холст — это у нас некое пространство, из которого самолет вылетает. Вот. Поэтому основные черные моменты, границы будут вот здесь сосредоточены. Остальное будет так немного растворяться. Именно поэтому у меня на фоне так достаточно редко забиты гвозди, потому что там планируется маленькое количество нити. Вот. Ну а теперь, пожалуй, хватит болтать. Можно приступать. Распечатала себе фотографию, чтобы на нее смотреть.
И начну я с самых темных мест, соответственно, самых ближних к нам. По мере продвижения на мотке я буду показывать и что-то комментировать. Так, ну что, вот я заполнила фон, сделала его максимально прозрачным. Пока его оставляю так, потому что нужно приступать к непосредственно самому самолету. Вот, если вдруг что-то меня не устроит, я позже добавлю что-то на фон. А сейчас начну с самолета. Ну вот, частично я уже заполнила самолет, учитывая свет и тень. Вот, по-моему, получается совсем неплохо. И будем продолжать. Ну вот, основная намотка закончена. Сейчас мне нужно убрать намоточную нить оранжевую, чтобы понять уже, где конкретно прокладывать еще теней. Это явно будет здесь. Будем утемнять, так как нос находится ближе к нам. Надо сделать его темнее. И вот это крыло будет темнее, так как свет у нас падает с этой стороны. Вот. Сейчас потихоньку буду вытаскивать оранжевую нитку и продолжать. Ну вот, собственно, так выглядит намотка в настоящий момент. Что мне хочется сделать еще? Сейчас возьму белую нить и пройдусь по взлетной полосе, потому что практически стало неразличимо, кроме первой полоски, там разметка. И пройдусь по самым светлым местам на кабине пилота. Вот. И мне хочется немножко фон затушить, потому что сейчас на первый план вылезает вот этот, ну, фон немного, и надо его немного туда приглушить. Это я попытаюсь сделать белой ниткой. Ну вот, пожалуй, все, я закончила. Получилась картина. В принципе, я довольна. Ощущение движения есть. Глубина тоже есть. Осталось только снять скотч с торцов. Заказчице уже отправляла, ей все понравилось. Поедет самолет, точнее, полетит в Тюмень. Вот так. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте, я обязательно отвечу. Всем пока!